Уткин и Дмитрий Шнякин. Будем рассказывать, будем спорить, будем саундтреком. Главное, чтобы на поле получилось настоящее кино. Вирхов. Защитник прочитал эту передачу. Он отлично видит поле. Лулич. Кристиану. Арьен Робен. Мбаппе. А может навесить? Мяч летит в штрафную. Дель Пьеро. Боатенг. И похоже, судья сейчас покажет на точку, которая как будто бы усыпана зубным порошком штрафным. Нет, так играть нельзя. И арбитр со мной согласен, потому что показывает на 11-метровую отметку. А карточку не стал показывать? Решил, что... В игре голкипер. Робен. Ну и кто первый на подборе? Хорошо навесил, будет и гол. Позиционная атака прошла в праздности. Теперь, ну не тяни! Алдервейрельд. А это Сани Дель Пьеро. Ну, пока еще не тики-така, но все получается неплохо. И все-таки передержали. Они мяч слишком много передач сделали. Прелюдия затянулась. Дель Пьеро. И полетела бомба. Еще один сейв в коллекцию. Судья показывает на угловой. И шанс для атаки с углового упущен. Мбаппе. Ну, угловой он выбил мяч. Не самый удачный угловой, вряд ли они так задумывали. Роналду! Вот тут подгорает, мяч штрафной. Хорошо сыграл головой. И нужно вести мяч в игру руками, это аут. Алдервейрельд. Руй Кошта. И вратарь спасает. Будет угловой, мяч ушел за лицевую. Потеряли мяч штрафной, и что дальше?
Он пробил по мячу, как левша с двумя правыми ногами. Причем обе ноги для ходьбы. И все, свисток. Начинается второй тайм. Оливер Бирхоф. Дель Пьеро. Передача на край. Растягивается простыня атаки. Голкипер. Намертво берет мяч. Оливер Бирхоф. Хорошая атака. Осталось пробить. Мбаппе. С мячом Дель Пьеро. Тони Кросс с мячом. А защитник как будто заранее знал, что будет делать соперник. Можно бить. И нужно этот мяч забирать. Надо вбросить из-за боковой теперь. Бреме. С мячом Криш. Тони Кросс с мячом. Лулич. Дель Пьеро. Рауль Гарсия. Классное движение мяча. Все хорошо они делают сейчас. Есть пространство. Осталось точно навесить. Рауль. Получается у него удар головой. Далеко не всем это подвластно. Особенная здесь техника. Ловкое, короткое движение головой. И вот уже мяч в ворота. И ведь он не только лбом промял мяч. Он еще добежал до этой точки. Позицию выбрал. Роналдо. Кин. Мяч оказывается у соперника. Бирхоф. Это Кевин Принс Буатен. А это Саня Дель Пьеро. Ну давай бомби. И мимо. Казалось бы, вот такие большие. Лулич. Идеальный момент для навеса. Фол. Теперь все внимание на арбитра. Очень быстро разыграли этот штрафной. Рауль Гарсия. Ричи. Лулич. Бирхоф. Как они болеют. Да, футболисты иногда говорят, что не слышат ничего на поле. Как это можно не слышать? Тот самый случай, когда игроки заводят трибуны, а трибуны заводят игроков. Супер. Симоне Дзадзе. Роналдо.
Еще 5 минут остается играть командам. Разумная игра в защите. Сложно пройти соперника, который так видит поле и читает игру. Ричи. Он даже не прочитал, как будто наизусть произнес момент. И перехват. Оливер Бирхоф. Сейчас мяч нужно беречь, как последние деньги. Шанса сравнять счет может больше не быть. Ботен. Лулич. Симоне Дзадзе. И полетела бомба. Но тут ворвались санитары и зафиксировали мяч. Что-то я перепутал.